Сегодня ряд компаний проявляет интерес к инвестированию в машиностроительную отрасль Узбекистана, организации производства. В связи с этим глава государства Шавкат Мирзиёев на совещании поручил внедрить равные условия для производителей, исходя из уровня локализации. Подчеркнуто, что при этом необходимо направить инвестиции на промышленную сборку автомобилей, производство 50-60 тысяч бюджетных авто и электромобилей в год. Машиносозлик сахаста, рахабатны кенгейтирышва тармахны, трансформация кылышызастан, анық вазифалар белгілеп алышымыз керек. Агер біз мана шунда кетте-кетте тармахларды ишлетмесек, бізде ишлеп чыкарышан болмайды, кембағалшыгдиям кыскартыранмаймыз. Айткен нәтижелерге ерешенмаймыз жөйлерді. Шын үшін автомобиль сазлик, білен кыша хожелік машина сазлигіні бірләштіргеніміз бейджіземез. Бу жүде кәтті имканияты бар сақы. Өзбекистанды автомобиль сазлик сақасына ішлеп чықарышкен инвестицияны алып кіріш істәгі білдіргенлер саны көпай епті. Өзлерің қаварларың бар. Жиззақты, Навайи, Фарғана, Наманганды, Andijonda va Toshkent viloyatlarida mashina chiqarish bo'yicha 276 million dollarlik 8 ta loyiha bevosita xususiy investorlar tomonidan taklif berilyapti. Yagona shartnomani belgilashimiz kerakda, 10 kunda qaror chiqish kerak. Buni ishlash uchun bir kun ham g'animat. Bir kun erta qilsak foydali bo'ladi. Bu ishni tezlashtiradi. Avtomobillarni sanoat usulida yig'ish tartibini kiritishimiz kerak 10 kun ichida. 60 mingga yaqin zamonaviy byudjet avtomobillari va elektromobillarni ham ishlab chiqarishni ko'zda tutishimiz lozim. Mahallalashtirish darajasi bo'yicha mana dunyo rivojlanyapti. Bu juda katta driver bo'ladi kelajakda bu soha. Agar aqli bilan ishlasak, qachon valyuta bo'ladi? Import qisqartirsa, eksport ko'paytirsa, agar hozir ko'mak bersa, yana kamida respublika bo'yicha bu yerda 60-70 ming odam ishlaydi yana qo'shimcha. 30-35% bu sohamizga xususiy sektor kirish kerak. Raqobat bo'lish kerak. Transformatsiya degani bu hayot mamotimizni o'zgarish. Qancha imkoniyatlar bor O'zbekistonda? 35 million xalqni bemalol boqsak bo'ladi. Eng asosiy ishlayman degan xalqimiz bor. В этом году в Хорезмской области будет запущено предприятие по выпуску кузовных деталей. Еще 4 проекта локализации будут реализованы в Андижанской, 2 проекта в Новоийской области. В рамках кооперационной платформы 122 частными предприятиями будет освоен выпуск 80 видов деталей. На совещании отдельно затронут вопрос о программе реформирования всех государственных предприятий. Дано поручение создать при участии зарубежных специалистов офис по трансформации деятельности акционерного общества «Узавто Сануат». Координировать этот вопрос будет Министерство экономического развития и сокращения бедности. До 1 июля будет начата трансформация 40 предприятий отрасли. Для развития конкурентной среды в сфере указана на необходимость подготовки к приватизации 23 предприятий, производящих запасные части и комплектующие. Поставлена задача выставить на торги доли УЗАВТО Сануат в 14 организациях, не связанных с основной деятельностью компании. Обсудили и вопрос реформирования сельскохозяйственного машиностроения. Определены задачи по повышению экономической эффективности, рациональному использованию ресурсов. Ответственным лицам поручено оптимизировать пустующие участки предприятий и снизить себестоимость техники до 30%. Поставлена задача наладить производство недорогой техники, довести ее локализацию до 30% к концу этого года и не менее чем 45% в следующем году.